Привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, я работаю директором сети магазинов Street Story. Мы продаем мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары. У нас есть розничные магазины. Вот сейчас мы находимся в одном из этих магазинов. Открыли мы этот магазин в начале этого года. А идея появилась об открытии этого магазина и непосредственно нашли само помещение мы в декабре 2015 года. И непосредственно перед новогодними праздниками мы подписали договор, и была необходимость максимально быстро, оперативно, в то же время качественно и, конечно же, недорого произвести ремонт данного помещения, потому что до нас в этом помещении находился салон красоты, и все это выглядело совершенно иначе. С просьбой произвести ремонт и отделку помещения под наши нужды мы обратились в компанию «Москва Профмастер», с чем они успешно справились. И сейчас я вам покажу, что примерно они сделали, как было раньше и как это стало сейчас. Задача у ребят из «Москва Профмастер» стояла из помещения, в котором располагался салон красоты, сделать удобное, красивое, приятное помещение для функционирования магазина одежды. Для этого были произведены сантехнические работы. Вот тут, где я сейчас стою, здесь располагались мойки, какие-то были краны, что-то вот какие-то трубы торчали из пола. Это все убрали, сделали гладко, красиво, не осталось и следов. Все водные коммуникации были перенесены в офисную часть. Также были передвинуты стены, полностью изменена конфигурация вот этих вот площадей, сделаны примерочные, склад, офисная часть, всего этого не было. Также была произведена отделка, покраска стен, потолок, светильники, то есть помещение полностью было переделано под наши нужды, и ребята из Профмастер Москва с этим отлично справились. Хочу сказать слова благодарности всем ребятам из Москва Профмастер и особенно Марату за то, что первое, работа была сделана качественно. Второе, работа была выполнена четко в оговоренные сроки. И это несмотря на то, что были новогодние праздники, две недели вся страна гуляла, отдыхала. Но мы, как розница, мы работали, и ребята из Москва Профмастер также работали, постоянно были на связи. Ну и третий для нас очень важный момент, что первоначальная смета, которую мы обсудили, она не увеличилась ни на рубль. То есть вот сколько мы договорились, будет стоить ремонт, столько он и стоил. Вот за все это мы ребятам очень благодарны. Огромное вам спасибо, и всем рекомендую Москва Профмастер как надежного, верного партнера.